Вопросы введения квот на инвестиционные цели, внедрения электронного промыслового журнала и ветеринарных документов, проблемы промышленного и прибрежного рыболовства обсуждались сегодня на совещании. Одна из самых актуальных тем – будущее рыболовецких колхозов. Именно они несут большую социальную нагрузку в отдаленных приморских селах. Будут квоты у таких предприятий – будет работа, а значит и села будут жить. И сегодня, и в течение всего года, даже более чем года работы с момента государственного совета, где были приняты стратегические решения президентом России, мы особо ведем тему наших поселкообразующих колхозов. И я уверен, что вот в той дискуссии, которая состоялась сегодня и будет продолжаться дальше, мы найдем наиболее выверенное решение. Учитывая, какую роль Архангельская область играет в развитии рыбной отрасли, Игорь Орлов предложил в следующий раз провести международный рыбопромышленный форум не в Санкт-Петербурге, а в столице Поморья. Федеральный чиновник эту идею поддержал. Действительно, можно выбирать города, которые могли бы достойно представить этот форум. И вот, знаете, это вот очень важно, придается импульс развитию регионов, там, где эти форумы проходят. И на наш взгляд, мы будем как раз-таки рассматривать и сегодняшнее предложение.